Китае работают над тем, чтобы людям было комфортно жить даже в местах с экстремальным климатом. Например, в городе Лишуй, провинции Чжэцзян, по обеим сторонам реки высадили деревья. Лесополосы помогают местным жителям спасаться от жары. Когда я была маленькой, то спасалась от ужасной жары мороженым и холодными арбузами. Сейчас я не чувствую духоты и влажность воздуха комфортная. 26 городов по всему Китаю уже получили официальный статус «Национальный лесной город». Еще свыше 100 населенных пунктов скоро приобретут звание города-сада. Всего же за последнее время в стране появилось более 3500 парков. Все для того, чтобы снизить негативное влияние погоды на жизнь людей.